Сейчас мы поговорим о технологии Lightboard, что в переводе означает «цветовая доска». Данной технологией пользуются ведущие институты и компании мира. Компания «Видеодоска» готова предложить реализовать самые смелые замыслы с помощью Lightboard на высоком профессиональном уровне. Давайте подробнее рассмотрим, что это за технология и для каких задач подходит. В первую очередь это подходит преподавателям, а также спикерам, бизнес-тренерам, коучам, экспертам любых областей деятельности, специалистам, создающим видеоконтент, рекламные видеоролики, онлайн-трансляции и вебинары. Рассмотрим на примере. Часто преподавателям нужно писать формулы на доске. Трудность в том, что на видео это довольно сложно запечатлеть так, чтобы все было видно. Светящийся прозрачный экран Lightboard позволяет решить проблему. Преподаватель стоит за доской и пишет на ней флуоресцентными маркерами. В итоге ему не приходится поворачиваться спиной, а студентам все видно. Формулы на доске отображаются отзеркаленно, и зритель видит сразу, как принято, слева направо. Также то, что вы написали, очень легко стереть обычной бумажной салфеткой. Возможности студии и что она из себя представляет. Центральный элемент студии — это прозрачная интерактивная доска, позволяющая записать видеоконтент в интересном формате. Возможность писать, рисовать на доске яркими маркерами, которые за счет RGB-подсветки могут менять свой цвет. Что можно реализовать с помощью доски? Взаимодействовать с элементами презентации, с графиками и гифками в реальном времени. Использовать дополненную реальность, перемещая материал на плоскости доски. Более опытный спикер может управлять процессом собственной съемки самостоятельно, используя удаленное подключение к станции через планшет. Например, спикер может вывести заранее подготовленную презентацию на экран одним нажатием кнопки, управлять ей, переключать слайды и выключать. При правильной подготовке презентации существует возможность удаления фона в презентации. Еще спикер может использовать любые медиаматериалы — фото, видео, выводить на экран напрямую изображение с ноутбука, планшета или даже телефона. Это очень удобно, и за счет вертикального формата телефона его изображение выгодно располагается в кадре и позволяет спикеру комфортно управлять презентацией или показывать информацию из интернета привычным для нас всех с вами способом. Для придания объема презентации можем изменить визуальную перспективу. Также телефон можно использовать в качестве дополнительной камеры, например, для того, чтобы снимать бэкстейдж. В случае проведения конференции или вебинара для интерактивности можно добавить видео изображение собеседника через Skype, Zoom и другие программы. Оборудование. Мониторы для спикера. Студия оснащена двумя контрольными мониторами спикера, которые позволяют правильно взаимодействовать с презентацией и контролировать себя в кадре. Благодаря профессиональной камере мы получаем качественную картинку в видео. Камеру можно использовать под разные задачи. Главное — правильно ее настроить. Доска оснащена собственной подсветкой, что позволяет получить ровное освещение лица спикера. Дополнительные светильники для подсветки спикера и фона. Обязательно наличие контрового освещения для отделения спикера от фона. Звук мы снимаем с петличных микрофонов. Это позволяет минимизировать посторонние шумы и добиться качественной записи звука. Опционально можно использовать несколько микрофонов и контролировать каждый. Телесуфлер. Теперь вы не забудете важные слова. Записывайте видео по заготовленному тексту. Фон на выбор. Студия «Видеодоска» предлагает различные фоны под задачи съемки. Если вам необходим нестандартный фон, при помощи хромакея можно использовать любой медиафон. Студия оснащена профессиональной мощной рабочей станцией, с помощью которой можно делать не только продакшн, но и постпродакшн, монтаж графика. Мы используем бесплатное ПО, специально адаптированное под задачи и функционал студии. Так как формат лекции подразумевает длительный тайминг, то хорошо было бы разбавить картинку бэкстейдж. Для этого у нас есть отдельная камера, которая показывает творческую атмосферу в студии. Это всегда смотрится интересно. Плюсом и одной из главных возможностей студии является отсутствие постпродакшена, что позволяет удешевить создание видеоконтента. Чтобы не тратить время на копирование, материал загружается в файлообменник, который вы получаете по ссылке. Вы можете не только приехать сниматься на студии, но и приобрести такую студию под ключ с дальнейшим техническим обслуживанием и обучением работы с ней. Заходите на сайт videodoska.ru, оставляйте заявки, и наши менеджеры обязательно с вами свяжутся.
До скорых встреч!